Международный день защиты детей в Петропавловске отметили с небывалым размахом. Сегодня для главных виновников праздника были открыты все дороги. Больше 1500 человек прошли маршем по улицам города. С этого года парад станет главным атрибутом Дня детей. Присоединилась к праздничным колоннам и моя коллега Жансулу Тастемирова. Казахстана – парад детей и молодежи. Сейчас одновременно по всей стране идут многочисленные колонны. В Петропавловске в марше принимают участие 1500 человек. Это гордость области. Олимпиадники, спортсмены, музыканты и танцоры. К этому событию они готовились больше полугода. И запомнят надолго. Парад увлекает не только своим масштабом, но и разнообразием. Чирлидеры, барабанщики, оркестры, танцевальные ансамбли. Все это учащиеся школы и колледжи области, творческие и спортивные команды. У каждой свой флаг и герб. Массовое шествие начали от театра имени Погодина. И какой же парад без мажореток? В их роли ученицы Бескольской школы-гимназии. Они задают ритм движению. Впечатления высокие, потому что это праздник, во-первых, День защиты детей, это праздник, посвященный всему Казахстану. Мы очень рады. Считаю себя счастливым ребенком, живу в Казахстане. Шумный и широкий детский строй привлекает внимание не менее веселых ребят. Не сходит улыбка с лица и солистки ансамбля танца «Куанаман» Азире Мальгаждаровой. Так свой праздник она еще никогда не отмечала. Занимаюсь танцами, а это мое самое любимое хобби. Я это обожаю. И меня любит моя семья. И мне хорошо, у меня много родственников, которых я люблю. Сегодня мы хотим показать все наши достоинства за целый год. Надеюсь, у нас все получится. Поздравляю всех детей с этим праздником. Шаг за шагом колонна идет по улицам города. Пушкина, Букетова, Ауэзова, Брусиловского, Васильева. Маршрут в 4 километра дети прошли быстро. А у стола независимости участников парада уже ждут. Дальше концерт. На сцене только дети. Сегодня они главные виновники праздника. Мы такие разные, в этом не секрет. Разрисуем красками этот белый свет. Мы такие разные. Не все пришли сюда с папами и мамами. Занятых родителей выручают бабушки и дедушки. У Мутлиткен Молдахметова не упускает возможности провести время с любимыми внуками, тем более в День защиты детей. Желаю всем детям на земле мира, благополучия, чтобы они могли спокойно спать, играть, получать знания, чтобы их родители были всегда здоровыми. О том, что сегодня его праздник, трехгодовалый Руслан еще не понимает, но с радостью принимает порцию щедрого внимания от мамы. Для детей, чтобы больше внимания уделялось. Ну вот, красивый праздник, все нарядные, выступают, концерты, там, призы, подарки. Улица Конституции превратилась в один большой детский сад. Кто-то рисовал на асфальте, кто-то на мольберте. Другие участвовали в веселых стартах и танцевальных батлах. Развлечения здесь мог найти каждый ребенок. Сегодня такой хороший день, ну, дождя нету. И, ну, все дети будут рады сегодня. Чтобы они были здоровы, чтобы у них сегодня тоже был такой яркий день. Очень яркий праздник для детей. Дети могут развлекаться. Чтобы жили дружно с мамами, с папами. Если у кого-то нет своих родителей, чтобы они нашли милосердие, чтобы было. В округе любовь была. Жансулу Тастемирова, Михаил Казначеев, новости МТРК.